Я сейчас иду в сторону ДК Ткаченко, так как отменили мероприятие, которое должно быть. Я посмотрел, очень много просмотров по поводу улицы Ленина. Я вчера снимал. И вот Дима сейчас в Питер через неделю уезжает. Сказал, тут жопа. Тут реальная жопа. Люди так стареют. Ужасно, говорит. И страшно, он говорит, страшно. Дима, ты это, мне напиши в скайпе, когда ты едешь. Так, давайте я отсюда как бы концовку сделаю. Да, вот такой вот ремонт. А я иду сейчас в сторону ДК Ткаченко. Тут они нарыли такого, что не знаешь, как идти. Итак, улица Ленина. Вот здесь был достаточно неплохая такая, ну, продавали тут пирожки такое вот. Сейчас ее нету, я вижу, буквально все демонтировали. Видать, тоже уезжают куда-то. Слушайте, тут вообще помойка в центре города. Я вижу, бордюры поставили. Здесь они, наверное, будут очень-очень долго ремонтировать. Я со своей стороны, наверное, просто отсюда и начну снимать. Покажу вам. Город, конечно, в убитом состоянии. Я не знаю, что тут будет. И будет тут ли вообще что-то теперь. Давайте пойдем. Я иду вниз по улице. Вот они расширять дорогу тут собираются. Да, тут реально кто-то уехал отсюда, я вижу. Потому что тут был такой детский городок маленький, сейчас тут буквально ничего нет. Ну, что Дима сказал, зарабатывает достаточно неплохо в Санкт-Петербурге. Я вот его прошу, чтобы он мне нашел работу и тоже поехать в Питер, если все будет хорошо. Вижу, и тут плитку сняли, они тут, по-моему, занимаются не знаю чем. Это реставрация улицы нашей. Что они там нарыли? Они тут менять будут. Да. Так. Как бы эту часть они уже ремонтировали. Незадолго это было. Примерно в прошлом году. Ой, и тут коллектор меняют. Вот этой части. Вот тут идет замен. Ух, что они тут нарыли. Мама моя родная, не горю. Фу, песок, как идти, не знаю. Но пойду, как-то все-таки люди ходят. Вот с той стороны тоже яма большая такая. Вот яма. Большая-большая яма. С этой стороны. Туда на площадь. Видать, они, наверное, будут снимать столбы и сюда все буквально ставить. Так, пойдемте. Еще раз покажу вам с этой стороны кусок. Вот он, этот кусок. Часть улицы. Ладно, тут светофоров нету. Пойду вот это прямо. Ну, нарыли тут, дай бог, чтоб я так жил. Что они тут сделали. Не знаю, тут сейчас пешеходная часть нет. Ну, вроде пешеходная, и тут тоже что-то.
А, и трактор работает вон на Шестакова. Еще работает, да? Тишина, пустота в городе. Ладно, идемте. Хоть посмотрим, к чему их работы приведут. И вышек нету. Ой, вернее, шелковицы. Я вообще хотел отдельно все снять, чтобы потом сравнить, когда я снимал центральную, то есть нечетную сторону. А вот мне сейчас недавно сказали, что у нас в городе, возле Ленина, Пушкина и Ленина Кирова. Ну, в общем, Ленина Пушкина и Кирова. Тут снимают асфальт старый. Буквально вот идет работа. Сейчас вы можете ее увидеть. Вот часть плитки они оставили, тоже сняли часть плитки до центральной аптеки. И дальше пока ничего. Так, я подошел к нашему скверу, который здесь около ДК Ткаченко. Там тоже что-то они вырыли. Вот и труба есть. Да, видать они... А, нет. Тут они плитку вообще сняли полностью. Полностью сняли плитку. Да. Полностью буквально. У них тут работы будет. Ой-ой-ой-ой, сколько. Наверное, завершение работы. Так. Ну а я в сквере, где когда-то была шелковица, да, помните? Сейчас тут шелковицы буквально нету. Все уезжают домой. Сегодня суббота. А, дальше сегодня воскресенье. Я думал, тут вообще ничего не будет. Так. Потом мы сравним с вами, я думаю, наверное, на День Республики. Фонтан тоже не работает. Тут все огорожено. Буквально. Так, и нету этих кустов, которые были. Нету скамеечек. Нет, скамеечки остались. Кусты убрали. Помните, тут кусты были? И плитку они тоже тут все повырывали. Слушайте, ну тут такое делают на Ленина. И, да. Самому немножечко обидно. Фу-фу. Вот, пожалуйста. Скамейка. Вот, на ней сидеть можно. Да, шелковицы нету. Пустота тут. Сильный дует ветер. Сорвался он. Не знаю, что они тут сделали с городом, мама моя родная. И когда они это все восстановят, так давайте я подойду к фонтану, там хоть вообще что-то есть на самом фонтане. Не, они сняли даже все, что тут было. Теперь к ДК, теперь к памятнику Ткаченко можно только так идти. Я на самом фонтане стою. Да, тут очень-очень серьезная реконструкция идет, городская. Да, хоть с этой стороны хоть показать вам фонтан, который был. И какой он сейчас. Так. Да, я хочу спросить у старожил. Говорят, что когда-то этот памятник стоял около Бендеры-1 на привокзальной площади. Правда это или нет?
Если есть старожилы, напишите, пожалуйста. Говорят, что данный памятник был установлен, перевезен в Бендер-1 в 1967 или 69 году, когда дворец культуры, то есть ДК Ткаченко, был построен. Если есть такая информация, хотелось бы, чтобы вы поделились. Тут вообще булыжная. Куда они плитку всю? О, тут и канализация. Запах такой нехороший. Сейчас мы все вам покажем, что к чему. Значит, вот. А канализация вот здесь. Ну, состояние, конечно, улицы в плачевном состоянии. Так. Коллектор меняет. У нас тут сторона четная по улице Ленина. Фу, такое впечатление, что закончилась Великая Отечественная война. Фу, какой я беспомощный. Вот коллектор. Тот, который меняет, тут очень сильный запах, я не буду тут стоять. Его обнюхивать, а покажу так приблизительно, что к чему. Вот так вот делайте выводы. Большое вам спасибо. Пишите. С вами был Роман Валерьевич. До свидания.